прекрасный музыкант. Он играет, помимо того, что он играет на вот таких вот электронных инструментах, он играет и на рояле. Он играет на органе, иногда он играет на органе Хэммонд. Илья Ирейско, друзья, прекрасный музыкант, организатор и руководитель фантастического проекта «Дислокадос». Илья Ирейско. Я бы много слов мог сказать и о других участниках этого проекта, но, видимо, но не нужно. Еще скажу вот про человека с пятиструнной бас-гитарой. Когда-то в каком-то буклете, видимо, это был буклет «Черкасских джазовых дней», там было написано: один из главных персонажей украинской джазовой сцены, организатор прекрасных конкурсов молодых исполнителей разных направлений: гитара, бас, гитара, барабаны и так дальше. Создатель такого проекта джаз-кола разных направлений. Ну, в общем, короче говоря, вы все прекрасно знаете. Ну, я зашел однажды на Петровку. Я коллекционирую джазовую запись. И там, а что у вас там? А вот есть свежий диск. Игорь Закус, вот он перед вами стоит. Игорь Закус, короче говоря, друзья, я вас призываю, снимайте все, что будет происходить. Здесь будет все очень прилично. Афрокуба Игоря Закуса и его друзей. И Илья Ирейско. Ну, я не знаю вашу иерархию, господа. Ну, как есть, так есть. Игорь Закус, Илья Ирейско, Илья Ирейско, Игорь Закус. Сергей Крашенников, спасибо большое за представление. Добрый вечер, дорогие друзья, мы приехали из Киева. Этот проект действительно принадлежит Игорю Закусу. Он легендарный музыкант нашей страны. Если вы его никогда не слышали, у вас прекрасная возможность это сделать сейчас. Помимо этого замечательного супермузыканта, композитора и бенд-лидера, с нами также будет играть на тромбоне Александр Чаркин. Аплодисменты, пожалуйста. Александр Чаркин, тромбон. На конгах, это такие барабаны афрокубинские, которые вы видите здесь на сцене. На конках для вас будет играть Александр Ивлев. И на барабанах Андрей Чайка. Андрей Чайка на барабанах. Спасибо большое, мы будем играть для вас. Мы вас видим, вы немножко далеко, конечно, от нас, но я надеюсь, вы почувствуете нашу музыку. Мы будем играть для вас сегодня в основном афрокубинскую музыку, кубинскую, сальсовую музыку, латин-джазовую музыку, также некоторые джазовые стандарты в наших латиноамериканских обработках. И я думаю, это как раз то, что сейчас
Thank you.